मध्ये वितनुते भक्ति मूर्खमावर्तय श्रुति यत् कृपा त्वमहं वन्दे श्रीमदन गोपाल प्रभु। Now we are here and very near, after 3 days, is Guru Purnima. Вот мы с вами сегодня здесь собрались, и мы очень близко к Гуру Пурниме, нас отделяет от нее 3 дня. What is the importance of that day? Давайте поговорим о том, насколько, чем важен этот день. What is the importance of Guru? В чем важность Гуру? Sri Gurudev. Why you should follow? Why we should take shelter on the lotus feet of Sri Gurudev? Почему необходимо следовать Гуру? Почему необходимо предаться его лотосным стопам? Coming days we'll listen about the truths of Guru Tattva. В ближайшие дни мы будем с вами слушать истину о Гуру Таттве. Who is Guru? Кто такой Гуру? If he's a human beings like us. Простой ли это человек, как мы с вами? If he is devata, demigod. Или он девата, полубог? Who is Guru? Кто такой Гуру? So coming days we'll listen about Sri Guru Tattva. Итак, в ближайшие дни мы с вами будем слушать о Гуру Таттве. Today by Narottam Das Thakur we'll listen some like introduction of Sri Guru Tattva. Сегодня мы с вами послушаем из Шри Нараттама Дас Такура введение в Гуру Таттву. In this prayer, he mentions Sri Gurudev as Vaishnava and devotees. В этом стихе он говорит о Шри Гурудеве как о Вайшнаве и преданном. So today we'll listen some things from this prayer of Sri Nataram Das Thakur Mahashaya. Сегодня мы немножко послушаем из этой молитвы Шри Нараттама Даса Махашая. Эйвар коруна коро Вайшнава Гошай, потито павано тома бине кехо най, жахар никоте гале пап дуре жай, эмон даял прабху кеба кутха пае. Нараттам Дас Такур is glorifying Sri Gurudev. Нараттам Дас Такур прославляет Шри Гурудева. The glories of Sri Gurudev, a Vaishnava and a very pure devotee. Он говорит о славе Шри Гурудева, как Вайшнава и чистом преданном. He is asking for his blessings, mercy. Он просит его благословений, милости. You know, the mercy of a Vaishnava, the mercy of devotee and mercy of Sri Gurudev always is costless. Costless. Милость Шри Гурудева всегда беспричинна. Because we are not really qualified. Поскольку мы на самом деле не обладаем нужной квалификацией для получения этой милости, этих благословений от него. Everything of us is contaminated. Все, что у нас есть, осквернено. Our mind is contaminated. Наш ум осквернен. Our thinking is contaminated. Наше мышление осквернено. Our intelligence is contaminated. Наш разум осквернен. And our this body also contaminated. И наше это тело тоже осквернено. But then also, always we are getting blessings and mercy from very pure devotees. Но также мы всегда получаем благословение и милость от очень чистого преданного. Maybe we are not qualified then also. All the devotees, all the Vaishnavas, they are spreading their costless mercy on us. Да, может быть мы с вами и не квалифицированы, но Вайшнавы, чистые преданные, проливают свою беспричинную милость на нас. That is why with all these contaminations also, вот почему все эти осквернения, we can listen Krishna katha. Со всеми с ними мы можем слушать Кришна-катху. We can chant Maha-mantra. Мы можем воспевать Маха-мантру.
we can serve the deities. Мы можем служить божествам. By their blessings. По их благословению. So that is why Narottam Das Thakur. Вот почему Narottam Das Thakur. Is asking for this, for that costless mercy. Просит именно эту беспричинную милость. And he's reminding him that you are Patita Pavana. И он напоминает, что он Патита Павана. Because who is Patita Pavana? Who is not searching the qualities? Кто такой Патита Павана? He is good, so I'll help him. I'll bless him. He's not good, вот so I'll человек, not bless him. Вот этот человек хороший, и мне он нравится, я его благословляю. Sri Gurudev, Vaishnava, and Krishna devotees, they are not searching any qualities. А вот этот человек мне не нравится, я его не благословляю. Вайшнавы, Гурудев, чистые преданные, так не смотрят на людей. Both of us, we are always forgetting something. Мы всегда о чем-то забываем. Vaishnava, Sri Gurudev and pure devotees, they are always forgetting our sins, our offenses. Vaishnava, чистые преданные, Шри Гурудев всегда прощают наши оскорбления. Maybe we are doing so many offenses. Может быть, мы совершаем множество оскорблений. After that also, we'll get a place on their lotus feet. Но несмотря на это, мы все равно получаем место у их лотосных стоп. But our mind and heart is very poor. Наш ум, наше сердце очень so бедны, скудны. Always we are forgetting their blessings. Поэтому мы все время забываем о их благословениях. Always we are forgetting how we are getting their mercy, their blessings. Все время мы забываем о том, как мы получаем их милость и благословение. Every moment. В нашей жизни, каждый момент. And they are always forgetting our offenses. А они нам в то же самое время всегда прощают наши оскорбления. How much offenses we are always performing towards them, towards Sri Gurudev, towards Vaishnava. Только задумайтесь, сколько оскорблений мы совершаем по отношению к ним, к Вайшнавам, к Шри Гурудеву. Their mercy, their blessings always is costless. К чистым преданным, поэтому их благословение, их милость всегда беспричинна. So Narottam Das Thakur is reminding Sri Gurudev, oh Gurudev, I came here. И вот Narottam Das Thakur напоминает, о Гурудев, я пришел. I took shelter on your lotus feet. Я принял прибежище у твоих лотосных стоп. Please bless me. Пожалуйста, благослови меня. Please keep showering your costless mercy on me. Пожалуйста, продолжай проливать на меня свою беспричинную милость. Because you are Patita Pavana. Потому что ты Патита Павана. You are not searching any qualities. Ты не ищешь никаких качеств. All the fallen soul will take place on your lotus feet. Все падшие души принимают прибежище у твоих лотосных стоп. I came here to get a shower by your blessing. Я пришел сюда, чтобы получить душ из ваших омовения, ваших благословений. Просто приехав сюда, просто общаясь с вами, благодаря общению с вами, I can drain out, I can wash out all my sinful activities, sinful credits. Я могу смыть всю свою греховную деятельность, результаты своей греховной деятельности. Whenever I'll get your blessings, как только я получу ваше благословение, so my mind, my intelligence, мой ум, мой разум, and my mood, мое настроение, will be very purified, очень сильно очистятся, станут чистыми. Then your blessings, your mercy will destroy all the seeds of sin. И тогда ваша милость, ваше благословение разрушит все семена грехов. So that is why. Вот почему. I have a big hope. Big hope from you that by your blessings I can purify myself. У меня большая надежда, что благодаря вашим благословениям, вашей милости я очищусь от Only by грехов. Taking darshan of Gurudev,
Просто принимая даршан просто принимая даршан вайшнавов преданных, we can wash ourselves, мы можем pure ourselves, мы можем purify. Помыться, мы можем очиститься. All the sinful credits will go out from us. Результаты всех грехов будут смыты, уйдут Because от нас. How it will happen? Как же это произойдет? Whenever will go to the devotees of Vaishnavas or Sri Gurudev. So he will advise to serve Krishna. Когда мы обращаемся к Шри Гурудеву, к преданным, он... At first he will advise to chant Harinam Mahamantra. Он дает наставление поклоняться Кришне. Сначала он дает наставление воспевать Харинам. He will advise to focus our mind on the lotus feet of Sri Krishna. Даст наставление сфокусировать наш ум на so лотосных стопах Кришны. We'll get this advice from him. Когда бы мы не получили такое from наставление от него, Gurudev. От Шри Гурудева. Whenever we'll take this vow, okay. What Gurudev said, I'll follow these instructions. I'll start to chant Mahamantra. Когда мы получаем такое наставление от Шри Гурудева, мы принимаем клятву. Что бы Гурудев мне ни сказал, я буду делать, я буду воспевать Махамантру. You know what will happen? Only Знаете, by taking произойдет? This vow, sankalpa. Просто принимая такую клятву, санкалпу. In Srimad Bhagavata, it is nicely said there. В Шримад Бхагавате очень интересно сказано. In the story of Ajamila. В истории Аджамилы. Conversation between Yamaduta and Vishnu Duta, the messenger from Yama and messenger from Sri. Разговор между Ямадутами и Вишну Дутами, посланниками Вишну и посланниками Ямараджа. Whenever someone is taking this sankalpa, vow, here in this material world, okay. Как только кто-либо принимает такую клятву в этом материальном мире, здесь санкалпу, all the sinful credits, я буду воспевать Махамантру. Will start to sever in his heart. В тот же момент результаты греховной деятельности начнут. Because whenever you will start to chant Mahamantra one time, смываться then из they have to сердца. Leave that place. Потому что как только вы начинаете воспевать Махамантру, они вынуждены уйти из сердца. In Yamaloka, Шатанкам накаранджаним калаяте Шри Читрагупта Кратим. Читрагупта, he will start to search one nail cutter. You know nail cutter? In the previous time, they are using some very sharp iron piece for cutting the nails. Not like present times, this katang. Nail cutter. Ногти резать. Нейлкаттер. В прошлые времена использовали такие особые приспособления для того, чтобы обрезать ногти. It's known as накаранджани. Металлическое такое приспособление. Why Читрагупта will start to search this nail cutter? И зачем Читрагупте понадобилось это Because устройство? Should be afraid предмет. About this. If that person If someone here in this material world will start to chant Mahamantra, если кто-то в этом материальном мире начинает воспевать Махамантру, то все его credits will disappear. Результаты греховной деятельности исчезают. By the power of Mahamantra. Могуществом Махамантры. Maybe he wrote so many things. Но может быть он Читрагупта, he has a very big notebook. У Читрагупты была большая записная книжка. You know, who is Chitragupta? Знаете, кто такой Читрагупта? He's very personal assistant of Yamaraja. Это личный помощник Ямараджи. He's writing everything of our activities. Он все записывает о наших действиях. How much pious activities we have done? Сколько человек совершил благочестивые деяния? How much sinful activities we have done? Сколько Everything is written there in his notebook. Все там записано. And it is very big. В его большой записной книжке. So maybe I performed so many sinful activities in my life, and he wrote there. И вот может быть я в жизни совершил множество грехов, и они все там записаны. So after that, after long time, at the end of my life, после долгого времени, в конце своей жизни, I just took this vow, okay.
Я просто беру и принимаю клятву. So I'll start. Гурудев сказал мне воспевать Махамантру, все, начинаю воспевать Махамантру. So Chitrakupta will be afraid about this. Oh, if he just got this, took this vow to chant Mahamantra. Вот об этом беспокоился. So one day he will start to chant Mahamantra. And then I have to cut this. All words. Что может быть? I wrote. Кто-то примет такую клятву воспевать Махамантру, в один день начнет воспевать Махамантру, и мне придется все записанное затереть, замазать. That is very clear. I'll cut this off. Это понятно. I'll pen through. Мне придется все это зачеркнуть, вырезать. Swam Bhagavan will come here in this Yamaloka. Если Свайам Бхагаван придет в эту Ямалоку, and if you'll ask me, oh, Chitragupta, please bring your notebook, I want to see. Если он меня попросит, Читрагупта, ну-ка принеси свою записную how книжку. How you do to your following? I want to там? See. I want to check. Хорошо, ты все записывал. Я... Дай-ка я проверю. So he'll open this notebook one after one, and then he'll stop here. Он откроет where I wrote about this person, свою записную книжку и остановится 10 or 20 момент. Pages. Only I wrote before, and now I pen through. He will ask, oh, Chitragupta. Ему придется зачеркнуть там 10 страниц, сколько why угодно so страниц. Why is so much dirt here in this very important notebook? Грехов человека. Then I have to say this. This person, he performed so many sinful activities. Yes, that's good, you wrote this. Then why you pen through this all again? И тогда... Then Chitragupta. Читрагупта спросит, так, ты все записывал, почему ты все это зачеркивал? Прабху, он начал воспевать твое имя, вот мне пришлось все so, вырезать. Swam Bhagavan is из so этой kind for his devotees. Swam Bhagavan настолько добр к своим преданным. I'll perform. I performed so many sinful activities in my life. Что он может просто забыть, что я совершил так много грехов в своей жизни? Only to think about this, oh, he's chanting my name, so he's very near to me, so he'll be angry to Chitragupta. Благодаря oh, Chitragupta. Вот этому, что он решил воспевать мое имя. You wrote so many things bad about my devotees. Why? О, Читрагупта, ты так много написал о моей деятельности. Почему? Then Chitragupta, he'll say, oh, Prabhu. И потом so many sinful activities. О, Прабху, ты совершил так много греховной деятельности. Yes, maybe. You perform so many sinful activities, but you have to know that one day he will chant my name. So you are not really following your duty very well. So I have no need such a worker here like you. Now you are fired. У Читрагупты есть такой риск, что человек начнет воспевать святое имя Свайам Бхагавана, и ему придется зачеркивать много-много страниц прежде написанного текста, и тогда придет Свайам Бхагаван, спросит, так, ты свою работу хорошо выполнил? Нет, что-то записывал и все позачеркивал, так, ты плохо работаешь, все, ты уволен, уходи. So that is why Chitragupta is searching this nail cutter, this sharp iron piece. Поэтому Читрагупта ищет вот это устройство для подстригания ногтей. Surf, by the sharp knife, I'll delete all the words для того, from чтобы this page. Не зачеркнуть написанное, then а вырезать почистую, как будто этого не было. Шанандам мадупарка дритим каратту дамабедха Праджапати Свайам Брахма. He will start to arrange to welcome one devotee. Prajapati because, Dhamma. Yes. He will arrange so many things to welcome someone. Устроит очень многое устроит для того, чтобы. Who is that devotee? Who will start to chant Mahamantra? Какого преданного того человека, который начинает воспевать Махамантру? Because after one will chant Mahamantra, you will not go to Yamaloka. Поскольку после того, как человек начинает воспевать Махамантру, он не попадает в Ямалоку, по суду Нараджа. Он попадает на ту же самую локу, Шри Вишну. So when he will go to Vaikuntha, когда он поднимается на Вайкунтху, he has to pass Brahmaloka. Он, ему приходится пройти Брахмалоку. So Brahma will start to arrange. Брахма начнет устраивать все для how такого преданного. How all of you just welcome me?
drink it and drink flowers. Ну вот как вы, например, меня встречали, устроили кирт, цветы и так далее. So Brahma will arrange such things to welcome one devotee. Brahma сделает то же самое для такого преданного, когда он будет проходить через Брахмалоку. To please Sri Hari. Когда он будет проходить, он так его будет приветствовать, чтобы удовлетворить Шри Хари. Only by taking vow, sankalpa. Если же просто принимая такую клятву, санкалпу, происходит такой результат, что же произойдет, если человек начинает по-настоящему воспевать Махамантру? So in that way, Narottam Das Thakur. И вот Narottam Das Thakur напоминает. О Вайшнава, о преданный. Only to see you. Я знаю. Only to hear from you. Только увидев тебя, только услышав тебя, только подумав о тебе. About you, I can clear all my sinful practices. Я могу очистить все результаты всей своих грехов за всю свою жизнь. Гонгаро порошо хайле пощате пабон. Дарашане повитра карое тумар гун. Ганга also, Ганга, river Ганга, also will clear all our sinful credits. Даже Ганга, река Ганга очищает нас от грехов. But when? Но когда? Only by see the river Ганга, no. Только посмотреть? You have to touch. Надо только посмотреть на Гангу. Нет, нужно принять омовение в ней. You have to take bath in river Ganga. You have to touch river Ganga. Нужно коснуться Ганги. Then it will clear all your sins. Нужно принять в ней омовение, и тогда она уничтожит. But to guru, to devotee, to Vaishnava, pure Vaishnava, only to take their darshan. Но в отношении гуру, вайшнава, чистых преданных, не так. Достаточно их только увидеть. Просто увидев их. Достаточно для того, чтобы грехи начали уходить от нас. Хористхане апураде таре хоринам, тумастхане апураде нахи койрам. When the verse is there, Кришна рушто хойле гуру рахиваре паре, гуру рушто хойле Кришна рахиваре наре. If Swayam Bhagavan, Krishna will be angry. Если Свайам Бхагаван Кришна разгневается на нас, you know, will protect us from Sri Krishna? Кто защитит нас от Шри Кришны? Только Гуру, только Шри Гурудев. If we have any offenses to Krishna, если нанести оскорбление Кришне, you can take shelter in Mahamantra. Можно принять прибежище Махамантры. And by your Guru blessings, you can protect yourself. From him. И благословениями гуру можно защититься. If you have any offenses towards devotees, Vaishnavas, Sri Gurudev. Но если наносить оскорбления вайшнавам, Шри Гурудеву, not protect you from them. То Кришна не сможет защитить. A very nice story. Вас от Рупа Госвами. Есть очень интересная история Рупы Госвами. What is Vaishnava Aparad? What is Guru Aparad? Что такое Вайшнава Апарадха? Что такое Гуру Апарадха? One day Rupa Goswami was meditating about pastimes. Rupa Goswami медитировал на Гиле. He was seated under one tree at the midday. Он сидел у дерева в полдень. And that time he was singing very nice pastimes. Sri Radha Govinda, there. Playing with all the sakis. В тот день он воспевал одну лилу Шри Радхи. And they are joking to each other. So to see this pastimes, Rupa Goswami, he was smiling. Просто думая об этой лиле, Рупа Госвами улыбался. So that time, one very good Vaishnava he was passing by. И в этот момент один очень хороший вайшнав проходил мимо. And he was lame. You know lame? Some problem. He had some problem. Он был хромой. So he cannot walk properly. Не мог толком нормально ходить. He cannot walk properly. When Rupa Goswami, he was smiling. Когда Рупа Госвами улыбался. Lila, times, и он представлял эту лилу.
В этот момент этот вайшнав проходил мимо, и он увидел Рупа Госвами, сидит, улыбается. Because Rupa Goswami's eyes was open that time. В этот момент глаза Рупы Госвами были открыты. That Vaishnava, she was very disappointed about this. Этот вайшнав очень сильно расстроился. I have problem with my leg. У меня проблемы с ногами. And you are smiling to see this? А он видит это и улыбается. Ему смешно от этого. Suddenly, all things from Rupa Goswami's heart was disappeared. И внезапно вся эта медитация Рупы Госвами исчезла. Медитация на лилу исчезла в один момент. Again and again Rupa Goswami. И снова Рупа Госвами пытался начать свою медитацию. But never he cannot fix his mind on the pastimes. Но у него не выходило сосредоточить ум на лиле. So he thought maybe today's mercy was finished. Is finished. И он подумал, ну, может быть, возможно, эта милость кончилась. На следующий день повторилось то же самое. He could not meditate. Not even for his Mahamantra. Медитация не получается. Даже на Махамантру не получается. And in that way, 3-4 days passed. И так 3-4 дня прошли. Then he started to cry. Oh, what's happening? Тогда он начал плакать. Что это со мной такое происходит? Why I could not fix my mind, focus my mind? У меня не получается сфокусировать, сосредоточить свою. He ran to his older brother, Sanatana Goswami. Он пошел к своему брату Санатана Госвами. And he described everything. Он все рассказал. What's happened with him? Рассказал, что с ним произошло. Sanatana Goswami. He said, "Oh, brother, maybe Санатана Госвами сказал, брат, возможно, done by you. Было совершено какое-то оскорбление. Может быть, ты совершил какую-то вайшнава апарадху. Rupa Goswami said, but Рупа Госвами сказал, но брат, я не совершаю никаких вайшнава аппарат. Maybe it's happened by your ignorance. Может быть, это ты по незнанию совершил? So, what I should do now? Что мне теперь делать? Then Sanatana Goswami, he advised that. И тогда Санатана Госвами посоветовал. Just arrange one big bhandara mahotsav. Устрой большой праздник. Invite all the Vaishnavas. Пригласи всех вайшнавов. For prasad. Позови всех на прасад. You must go to everyone to invite them. Ты должен пойти к каждому лично пригласить. So Rupa Goswami he arranged this. Итак, Рупа Госвами это устроил. Большой he invited праздник. All the Vaishnavas. Позвал всех вайшнавов. From Брадж-Мандалы. Из Брадж-Мандалы. On that day, all the Vaishnava came and they start to take prasad. И вот в этот день пришли все вайшнавы, начали Rupa Goswami went to Sanatana Goswami. Rupa Goswami пришел к Санатана Госвами. No, all the Vaishnava came. Ну вот, все вайшнавы пришли. And now they start to take prasad. Они принимают прасад. Then Sanatana Goswami he said, okay, now the time. Санатана Госвами сказал, хорошо, вот сейчас самое время. Just look everyone. Try to remember who did not came here. Пройди и запомни каждого. Подумай, кто не пришел. And Rupa Goswami he found. И Рупа Госвами нашел этого преданного. Oh brother, yes, everyone came, only one. Брат, да, действительно, все пришли, одного нет. Sanatana Goswami said, okay, Rupa. Санатана Госвами сказал, хорошо, Рупа. You have offenses. Может быть. To him. Ты его и оскорбил. Go to him, иди к нему. Just jump on his lotus feet. Просто прыгни к его лотосным стопам и принеси извинения. Rupa Goswami, he ran to him. Rupa Goswami побежал к нему. And hold his lotus feet. Обнял его лотосные стопы и стал просить прощения. Then that Vaishnava, he said, "Oh, Rupa." И тогда этот Вайшнав really ответил: by you. "Да, Рупа, я очень рассердился на тебя." И он все рассказал. That day I was passing, and you were smiling. Я иду мимо, а ты улыбаешься. To see my problem. Я иду хромаю, а ты улыбаешься. Смеешься надо мной. Рупа Госвами спросил, когда это такое произошло. Then that Vaishnava he said that day.
И этот вайшнав сказал, вот в такой-то и такой-то день. Remember, oh, that is Рупа Госвами вспомнил, а, в этот день, when my all lilas and all practice как раз out from в этот день все лилы пропали, вся практика моя порушилась. So then Rupa Goswami, he described, и тогда Рупа Госвами описал, что произошло, что на самом деле происходило. So then that Vaishnava was happy, oh, и тогда этот вайшнав I made был some счастлив. Aparadha to you. А, так это я нанес тебе аппаратху. So then Vaishnava came, he took prasad, and again этот everything вайшнав, was started. Когда пришел на праздник, so, принял прасад, that is Vaishnava aparadha. И Рупа Госвами тогда смог возобновить свою садху. If вот we что have такое Vaishnava, Vaishnava aparadha. What will happen if it will happen with Rupa Goswami? Если совершить вайшнава аппаратху, что what произойдет, если такое произошло с Рупой Госвами? So we have to be very careful about this. Поэтому надо быть очень-очень осторожно. If we are in bhakti path, если мы следуем пути бхакти, we are in the path of Sri Gaura Sundara, Sri Nitaicha, если мы следуем по пути Шри Гаура Сундара, so we have to be very careful about Nitaicha, мы должны быть очень осторожными по отношению к нашему баджану, к нашей практике. Without offenses. Их нужно совершать без оскорблений. So that is why every day, вот почему каждый день, at the beginning of the day, в начале end of the дня, day, в конце we have to дня, apologize to every all the Vaishnavas. Нам необходимо приносить извинения всем вайшнавам прямо из сердца. Then every day, maybe by our ignorance we can perform so many things, so many offenses towards Vaishnavas. Возможно, по незнанию мы можем нанести много аппарат вайшнавам преданным. Поэтому если просить прощения в начале дня и в конце дня, the mercy will continue in our life. Тогда милость будет продолжаться в нашей жизни. So that is why Narottam Das Thakur. Вот почему Narottam Das Thakur. He said, "Hari sthane aparadhe, tare hari naam. Tuma sthane aparadhe nahi koiran, o Vaishnava." Он сказал эти слова. If we perform any aparadha offences, если вы совершаете какие-либо аппаратхи, Шри Хари, Шри Кришна, by your mercy, we can protect ourselves. То по вашей милости мы можем защититься от таких оскорблений. But if we perform any offenses to you, но если совершить оскорбление вам, нанести вам оскорбление, then there is no way, no one can save us. Тогда никто уже не сможет нас спасти. That is why I'm reminding you, вот we are so fallen. Я напоминаю вам, very fallen мы настолько падшие. Maybe we will do so many aparadha. Возможно, мы наносим множество аппаратов, совершаем множество аппаратов по незнанию. Please forgive us. Пожалуйста, простите меня. Тума шавар хридаяте говинда висрам, говинда кахин мор вишнава паран. I know. Я знаю. Sura Krishna always taking rest in your heart. Шри Кришна всегда восседает в вашем сердце. Because Krishna said, "Bhaktir hridayam shatat visram." Потому что Кришна произнес такие слова. I'm not taking rest in Vaikuntha. Я не нахожусь в Вайкунтхе. My very pure resting place is the heart of my devotees. Я нахожу вдохновение в сердцах своих чистых преданных. So, Sri Krishna is always inside of your heart. Итак, Шри Кришна всегда внутри вашего сердца. If I want Krishna in my life, если я so хочу Кришну в своей жизни, I know Krishna. Я не пойду к Кришне. Я знаю, что Кришна в вашем сердце. So that is why I came to you. Поэтому я приехал к вам. I want to serve Krishna. Я хочу служить Кришне. Please allow me to serve him. Пожалуйста, позвольте мне служить heart. Ему, всегда находящемуся в ваших сердцах. Пратиджанме курьяша чароне дхули нороттаме кародая апуна рупани. I want this costless mercy. Я хочу эту бесконечную милость в каждой жизни. Every life. В каждой жизни. Please don't take me out from your lotus feet. Пожалуйста, не удаляй меня от своих лотосных стоп. Пожалуйста, прими меня как самого близкого.
that servant, самого близкого слугу. That is the quality of Vaishnava. Вот качество Вайшнава. Vaishnava always want to take place on the lotus feet of his guru, his ishta. Vaishnava всегда хочет принять убежище у стоп своего гуру. Praying, своего ишты, он всегда молится. You know, what will happen? When will it take shelter on the lotus feet of his guru? Если мы принимаем прибежище у лотоса стоп Шри Гурудева, в этот самый момент. Шарано лойя коре Кришна атто самарпано, тот кале Кришна таре корен атмо само. What is the motto of our life? To serve Krishna, isn't it? Каким должен быть девиз нашей жизни? So, to serve Krishna, we'll go to Sri Gurudev. Служить Кришне, правда? Чтобы служить Кришне, мы должны служить Шри Гурудеву. We'll take shelter on the lotus feet of Sri Gurudev. Мы принимаем прибежище у лотосных стоп Шри Гурудева. At that moment, и в этот момент, Sri Gurudev will chant the mantra on our ear, in our ear. В этот момент Шри Гурудев произносит мантру в наше ухо. When Sri Gurudev will accept us as his disciple, принимает нас в свои ученики, at что произойдет, moment, знаете? Same moment, в этот же самый момент Кришна принимает нас как близкого к себе, very как самого близкого one. Себе. So when Guru will accept us as his disciple, итак, когда Guru принимает нас своими учениками, своим учеником, Кришна принимает нас как своего близкого. So we'll take center on the lotus feet of Gurudev and will be accepted by Krishna there. Представьте еще раз, мы принимаем прибежище у лотосных стоп Шри Гурудева, и в тот же самый момент Кришна принимает нас как самого близкого. When we are accepted by Krishna, then also always we are forgetting. Isn't it? We are forgetting. И когда Кришна принимает нас, мы всегда забываем. Мы на самом деле полностью не следуем наставлениям Шри Гурудева. Если бы мы могли следовать всем наставлениям Шри Гурудева, вайшнавов, преданных, благодаря благословениям вайшнава Шри Гурудева, at the beginning, we have not to try to see Krishna. Тогда потоком их благословений, их милости моются все наши грехи. I've asked, have you ever seen Krishna? I said yes. Меня часто спрашивают, вы Кришну видели? Да. И как он выглядит? It was very nice question in Bangladesh, you know. Интересный вопрос был в Бангладеш. One devotee. Один преданный. Not really devotee. Ну, на самом деле, не очень. Kind of atheist. No. He asked me. Интересующийся. Он мне задал такой вопрос. Do you know the title of Sri Krishna? Yes, I know. Вы знаете титул Шри Кришны? Да, знаю. Do you know the title? What is title, you know? Какой его титул? Name and at the end title. My name is Prem Gopal. Goswami is the имя title. И дальше что? Вот меня зовут Прем Гопал и титул Госвами. So, one person, one atheist, he asked me, you know the title of Sri Krishna? И вот один человек спросил, какой титул Кришны? Yes, what is the title? Вы знаете, да, знаю. Sri Krishna is Goswami. Oh, you know very well. Шри Кришна это Госвами. Yes, Krishna is Goswami. А, вы так вы знаете, да? Кришна, Шри Кришна это Госвами. Откуда вы знаете? Да потому что я его сын. I am his son. I am the son of Krishna. If I am Goswami, that means my father Krishna is also Goswami. Если я Госвами, то это значит Кришна тоже Госвами. Папа тоже Госвами. It was joking. Это была шутка, конечно. It was answer for an atheist. It was. But the atheist. You know atheist? Это атеист. 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 Неверующий. Was not believing of God. На самом деле он атеист, не верит в Бога. But the truth is, at the beginning, we have not to try to see Krishna. Krishna is not seen, but experienced. We can feel in our life always. With our activities, we can feel Krishna
every moment. Мы можем чувствовать Кришну каждый момент, в каждый момент. With the breeze. В легком ветре. With the wind. В воздухе. With the flowers. В цветах. With the big ocean. В океане. With the sunlight. В солнечном свете. With everything, we can всем, feel him. Во всем мы можем чувствовать его. But we have to try to feel this existence of him. Но надо пытаться чувствовать это существование его, это его существование. We have to search how we are getting his blessings in our life in every moment. Искать, как получать его благословение в нашей жизни в каждый момент. We have to search in positive way, not negative way. Нужно искать позитивно, не негативно. Always we're searching. If we'll get some problem in our life, we are blaming God. Если у нас возникают какие-то проблемы в жизни, мы всегда обвиняем Бога, разве нет? The atheist, they will say, oh, why this happened with you? Атеист заявит, а почему это вот такое происходит с тобой? If you are worshiping God, then why? Если ты Богу поклоняешься, with you? То почему вот это происходит с тобой? All the problems, we are inviting all the problems in our life. Мы сами приглашаем все проблемы в нашей жизни. If we purify our activities, in our life will never come any problem. А если мы будем очищать нашу деятельность, в нашей жизни не будет никаких проблем. Our life will be very easy, very normal. Жизнь будет простой. And very simple. Жизнь будет легкой. Full of love, full of happiness. Полный счастья, полной любви. So, that is why. By Guru Kripa, вот почему, благодаря Гуру Крипе, мы должны пытаться, стараться чувствовать Кришну в нашей жизни. Мы должны пытаться почувствовать Его милость, благословение so, в нашей жизни. Итак, Гуру – это дверь to get this mercy from Krishna. Для получения этой милости от How? Кришны. Как? How is the door? Why you should follow him? Почему он дверь? Почему нужно следовать ему? Guru, if we perform, if we practice all the other activities, если не принимать гуру, если совершать, заниматься другой деятельностью, что произойдет? Next days we'll listen this all. Who is guru? How he is working with our life? How we'll get his mercy? And what will happen if we'll get his mercy? From different scriptures, we'll listen. Coming days, Haribol. И в ближайшие дни мы с вами будем слушать о том, кто такой гуру, как получить от него благословение. Haribol. Haribol.